Всем здравствуйте, старики приборейски, снова с вами, и под звуки чарующей музыки к нам присоединяется красотка Инга Йорна в образе, ну, правда, мелкого эльфёнка. Я приветствую всех зрителей и подписчиков наших каналов, а я заметила только сейчас, что оказывается тут маяк, смотрите, как светит. Если вы посмотрите не только немножко выше мелкого эльфёнка, то увидите, как оттуда выходит луч надежды. Итак, друзья, мы отправляемся с вами в путешествие. Я надеюсь, что отправляемся. Нам надо поговорить с командой. Мы будем пиратствовать. Да, в прошлой серии мы так удачно все сперли, что даже и с командой говорить не стоит никак. Так, подожди, вот это кто такая? Ириен, давай, тетка, и разговаривай, иди с ней. Так, ладно, подожди-ка. Ирен. А, так это та самая, которую этот гаденыш бросил. Что тебе нужно? Ты поплывешь с нами? Конечно, я держу свое слово, в отличие от Жаккарна. Он не подойдет к другой женщине, пока я не стану слишком стара, чтобы помешать ему. А мы, Альмеры, живем очень долго. Какая прелесть. Да, это та самая. Так, ну тут еще есть... Вот мужик, кстати, вот мужик. Ламбур. Ну вот она рядом, подожди. Это женщина, это орк. Оркша. Что-то я к ней никак. Капитан Калин не особенно торопилась убираться с этого проклятого острова. Да меня это и не удивляет. Проблемы орков не ее проблемы. Но мы надолго застряли бы здесь, если б не твоя помощь. Я этого не забуду. Такая серьезная оркша. Так, вот с макакой хитрая Лариса здесь. Дай его с мужиком поговорить. Ну, это, Жаккарн. Это. Мне все время Жаккарн достается. Ну, так. С тросом Кай унылое место. Полным-полно редгардов, которые только и делают, что машут мечами. На острие хотя бы никто не хочет моей смерти, кроме Ириен. Она придет, она без ума от меня. Она уже тут. Так, вот еще один. Кто это? Адрилеон. Превосходно! Теперь мне приходится следовать за Нерамом по поручению еще одного глупца. Зато хоть выпивка бесплатная. До свидания. Так, ну... Ну, короче, вот последний остался. Хитрая Лариса, иди с ней разговаривай и пойдем тогда. Ну, подожди, я с Нерамом-то не разговаривала. А с Нерамом-то не разговаривала? Приведенные действия двеймерские пауки проявляют огромные способности к обучению. Теперь мне придется уговаривать Адриллиона, чтобы он тот перестал учить лязгалку приносить ему выпивку. Да, все понятно. Команда Гоп. Ну что, мы со всеми поговорили. А кто здесь сидит? Лариса. А, Лариса. Остриё, конечно, не дыхание девы, но у него хотя бы нет здоровенной дыры в борту. Я была бы счастлива, если бы мы больше никогда не увидели мелей. До свидания. Лариса, ну, смотри, поехали. Как она тут присела. Поехали? Ну давай, Калин. А вот это кто такой? Подожди, вот это. А, это Рагнар, супер-пупер какой-то еще. Так, прежде чем мы отправимся на Бетник, поговори с матросами, познакомься с ними поближе, нас ждет долгое плавание. Подожди, мы совсем мы готовы, Я готов. Тогда мы поплывем на Бетник, остров орков, которые еще не присоединились к Ковенанту. Я надеюсь, это изменится. Ламбур счастлива, что плывет домой. Может быть, с благодарность угостить себя пивом. Хочешь совет? Постарайся осилить 6 кружек, приобретешь себе лучшего друга. 6 кружек пива, мелочи жизни. Ой, плывем. И мы плывем. Боже. Бетник. 10 поколений назад остров Бетони, завоеванный орком и кланом Морской Скалы, получил от них новое имя Бетник. Гордые и самоуверенные орки яростно защищают свой новый дом от гражданской войны. Вторжение извне у меня написано. А, ну я не успела просто прочитать и придумала сама. Ох ты ж. Это надо тут ухо востро держать. Хотя она и так у меня востро, но надо его подточить. Куда острее. Так, какие тут девушки? Вот она, капитан Калин. Где девушки? Так, давайте-ка уже сосредоточимся на какой-нибудь одной. На Калин, например. Ну, например. Когда моя команда отгоняла,
Кого он отгонял? Когда моя команда подняла мятеж? Когда моя команда подняла мятеж, я думала, что уже никогда не увижу Бетник. Да чего же хорошо. Так, ну и что теперь? Ступай в город и выпей что-нибудь. Мы дома, и пока останемся здесь. Вот твоя доля добычи от ограбления. Мы получили элегантную кольчугу, тяжелую опять. И 336 монет. Завершить задание. Будь осторожна, эти орки еще не вошли в Ковенант. Но я работаю над этим. Можешь смело заходить в крепость Каменного Зуба. Можешь встретить какого-нибудь славного орка. А зачем им вступать в Ковенант? Они не глупы, хоть они и горды, как клан Морской Скалы. Они не станут отрицать, что Ковенант во много раз превосходит их численно. Они не зарабатывают кучу денег, продавая нашему альянсу оружие. И они заработают кучу денег. Да, понятно. Так, ну что ж. Мы тоже заработали кучу денег. За шмотку. Мне почему-то выдают исключительно тяжелые шмотки. И мне то же самое. Ну вот, они... Ну что, пойдем? Слушай, а я вот этого не знаю, кто это такой. Тума Шарамамба. Я что-то не помню, чтобы он был на корабле. Вот этот вот. Хвостатый, блин. Ну какая Тума Шарамамба? Ну вот-вот сидит, вот он. Тумаша. Так это органианин. Он его не был на корабле ведь? Ну, давай поговорим, кто он такой. Иногда я скучаю по болотам своей... А, это тетка, между прочим. Да. Чернотопия. Но плыть от сухого воздуха со края уже приятно. А где именно я нахожусь? На острове Острие. Ты на Острие, но судя капитана Клин. Кто ты? Я одна из последних членов команды капитана Калин, оставших преданной ей. Что до остальных, чем меньше будем говорить об этих кровожадных мятежниках, тем лучше. Все понятно. До свидания. Пошли отсюда. Да, нам куда-то туда. Мы просто корабльные весь оббегали. Может быть, там где-то еще были трюмы и так далее и тому подобное. Я делала то, что нам выдали. Оно такое странное немножко. Но тяжелое. Мне не хотелось бы прокачивать ничего так тяжелого. Так, так а вот он. Кто Гильзир. Вот на Гильзире стоит боцман, бретник. А у меня стоит, чтобы одолеть матку. Боцман, бретник. Какой боцман, бретник? У меня нет такого боцмана. Поговорить с полководец Ревин. Подожди, это не Ревин. Почему у меня на нем, вот на этом, на Гильзире стоит... Потому задание. Что он тебя, он везет там куда-то. Убери это задание. Вообще просто не обращай на него внимания. Вот, тут есть Грохузун какой-то, вот, стоит. Отвали от него вообще. Вали, вот, пошли, возьмем сейчас задание здесь на острове. И все, и оно там как бы, плевать, что там на нем стоит. Вот, Гурлук Грохузун какой-то, вот, давай, иди сюда. Хорошо, что ты приплыл с капитаном Калин. На бетнике не любят чужаков, особенно в последнее время. Это почему же это? На крепость напали культисты Кровавого Шипа. Тебе повезло, что ты на них не похож. А то мигом получил бы копье в живот. Ну, похоже, атака окончилась неудачей. Разумеется, блин. Мы перебили почти всех, остальные сбежали. Они кое-что украли у вождя, но мы это вернем. Матамапы Писуны. Как только вождь Тазгол соберет войска, мы с ним разделаемся. Если захочешь узнать еще что-нибудь, поговори с Ламбур. Пойду поищу Ламбур. Так, это та самая, которая была на корабле. Значит, заговор кровавых вот шипов. Теперь у нас Ламбур-Шмамбур появилась. Теперь вот нам надо побежать открыть вот это вот святилище, я так думаю. Видишь, перед нами прямо оно находится. И посмотреть на карту, что вообще тут на этом острове есть. А где мы вообще? Потому что, смотри, тут совсем и природа уже совсем другая. Так, ну что... Тут особо-то ничего и нету. Тут вот только вот эти задания наши. И будут. С Ларбукой, Марбукой. Ну, ты так думаешь? Ну, а нету ничего на этом острове. Вот так, чтобы прям какой-то город где-то еще был, еще что-то. Она, наверное, будет куда-то посылать, а мы будем бегать. Так что пойдем, найдем. Ножичек, пойди, найди тот ножичек. Ты где, Гуся? Я тебя не вижу. А, бежишь, бежишь, да? Так, она, похоже, там где-то наверху. Давай искать. Нет. Не наверху, смотри, она в крепости. Смотри, это что такое? Это павлин? Какой павлин? Дуть надо сюда. Ну-ка, дунь давай. Это рог.
Ну-ка, подожди-ка, сейчас попробуем. Нет, нельзя Не, ну тут тут не, посидеть. ну, по причине того, что просто он пока закрыт для использования. Наверное. Не Так, каждому кстати, дано. подожди, мне нужно питомца вызвать, хрен ли я. Я не знаю, ты совсем бедного запустил. Он же тоже прокачивает себе. Так, нам вот, наверное, в крепость надо зайти как-то через мостик или как, а там мы ее найдем. Где-то же у них вход в эту крепость имеется. Так, опять отстала. Ну, я тоже смотрю, как бежать, а то ж за тобой. Чего ж за мной-то? Чего сразу за мной-то? Ну вот именно, чего сразу за тобой? О, так смотри, тут опять твоя любимая рыночная площадь. Твоя любимая рыночная площадь, не ты моя. посмотри, как интересно, ты посмотри, какой дом. Вот так вот, если посмотреть со стороны. Здесь дом-то ты увидела. Да вообще, вот отойди подальше, сделай от третьего лица и посмотри. Столярное дело для простофиль. Какая крыша в виде двух рогов она сделана. А основание как шлем. Вот здесь ничего интересного. Ну, это урочь Орчи крепость, постройка, что-то да. вот такая хрень у них у всех такая. Под викингов косят. Так, ну Или нам косят. вот куда? Вот Вот куда? Ламбур. Ламбур. Ага, ну что, Мадам. Ламбур. Это лишь часть какого-то масштабного плана. Я в этом уверена. Что случилось? Культ Кровавого Шипа напал на крепость. Орки отразили атаку, но культисты украли бретонский свиток, который орки нашли здесь много лет назад. Вождь Тазголд считает, что атака провалилась, но я так не думаю. Что ты имеешь в виду? После первого нападения культисты отступили. Они приходили сюда за этим свитком, я уверена, но зачем? Они расставили нам ловушку. Мы должны узнать это, прежде чем вождь решит напасть в ответ. Так, чем я могу помочь? Начни с шаманки Лаганак. Она видела ритуалы кровавого шипа в резных холмах. Она будет ждать тебя у длинного дома к югу отсюда. Еще культистов видели в Мориселе, что на север отсюда, и в Гримфилзе, это на западе. Так, ну-ка расскажи мне про Морисели. Это алейтские руины. Много лет назад на нас напали бретонцы, мародеры. Сильно уступавший им численности патруль оборонялся там несколько недель, пока его не уничтожили. Позже наши войска перебили налетчиков. На самом деле это всего лишь руины. Не знаю, что там понадобилось кровавым шипам. Так, а что такое за Гримфилд? Кладбище. Но не наше, а бретонское. Сотни лет назад, когда наш народ захватил этот остров, военачальник Изгол оставил там нетронутыми в знак уважения к нашим врагам. Мы не осквернили могил, но культ кровавого шипа пойдет и на это, ведь там множество мертвых тел. Оу. Что тебе известно о холмах? По большой части это дикая местность. Там есть айлейтские руины, но их давным-давно разграбили. Не знаю, что им там понадобилось с кровавым шипом. Но, может быть, Лагнарак что-нибудь известно об этом. Все, до свидания. Понятно. То есть бретонцы... Ну, в общем, короче, исследовать надо все. Да, надо вот три... Слушай, я начал подумал, а если я, допустим, возьму сейчас лук... Возьму, к примеру, я лук, да? Пророка, и его буду использовать. Оп, да, к примеру. Ну. К примеру. Теперь подойду к тебе, к примеру, да. Как? Вот. И обмен. Так. Хрен там. Да. Выбросить мы тоже не можем. Здесь нету такого, чтобы выбросить. К сожалению. Здесь есть столярное дело для простофиль, можно его изучить. Слушай, подожди, а куда же делся теперь лук? А, вот он. Вот тебя в инвентаре.
Более того, мне надо ускориться. Хотя, подожди, может быть, у меня в банке какой лук? Так, где у них тут банк? Покажите мне. Банк вам покажи. Все-то вам покажи. Мне нужны легкие доспехи. Мне не нужна эта тяжелая дрянь. Станция создания нарядов. Ага. Я в этом не понимаю, пошло оно все в пень. Так, ну что, Ингусь, пойдем, хватит лазить. Повар. Да, я просто искала банк, ну ладно, пошли. Банк, шманк, обойдемся. Ну как обойдемся, ну я все... Так, значит, смотри, у нас что имеется. Вот, гильдейские торговцы. А рядом с ними как раз и это самое, какая-то мадам. То есть это нам в сторону... Это нам в сторону святилища этого идти. Сюда, налево. По мостику. Откуда мы пришли? Угу. Слушай, смотри, тут вечер наступает. Сейчас темно будет. Что теперь? Ну... И музыка совсем другая. Интересно. И странно. Слушай, такое впечатление, что они куда-то убегают, что ли. Вот. Кто убегает? Разузнать о культистах. Вот. Что-то я туда сначала пошел, а они уже прямо сели, здесь. Да? Вот это вот разузнать. Да, давай догоним. Она, по-моему, уходит. Она не на месте стоит, а, по-моему, движется. Или просто, может, у нас так открылось, что ли. Как его знает. Что раньше он как-то был не так. Найдено, Марисели. Ух ты, это что, это какие-то злыдни? Ага. Так, что там есть? Нет, ничего. Они роют, воют. Где? Так, ну их тут много, понятно. Сейчас они еще все оживут. Мех для воды. Булава. Теперь Бориски заскучал и пошел. Какой-то камешек. Эктоплазма. Они что, моего этого друга прикончили, что ли? Получается, что да. А нет, вот он, вот он. Я его вызвал по новой. Так, ну и чё? Они, по-моему, бесконечные, что ли? Ну, конечно, бесконечные. Надо с кем-то перетереть здесь, да? Да, у нас... Вот сюда, вот он. Да. На кладбище. Вот. Злака. А духам мертвых нет покоя, а древние воины, павшие в бою с бретонцами, восстали. Кто и зачем вызывает, взывает к ним? Ну, вообще-то, могу я что-нибудь сделать? А ты один из чужаков.
кто прибыл с тобой, маг по имени Нерама? Отправился взглянуть, не удастся ли ему что-нибудь узнать. Найди его, спроси, что он видел. А, Нерама, где мне его найти? При помощи своей магии он сумеет пройти мимо призраков незамеченным. Он хочет попасть во внутреннюю часть руин. Ищи его у входа за полями, по которым бродят мертвые. Так, ну, а посмотрю, конечно, смогу ли что-нибудь помочь там и все такое прочее. А будь осторожен, а в воздухе витает какая-то нечистая магия. Может быть, твой ученый друг сможет пролить свет на эту тайну и помочь тебе покончить с ее источником. А ты хорошо знаешь эти руины? Альфейды или дикие эльфы, как еще называют, всегда восхищали меня. Они исчезли давным-давно, но на обед. Ники остались распалены их здания. Мы собираем крупицы знаний о том, как они жили и умерли так много лет назад. Так, разве орки занимаются исследованиями? Все мы воины. И мы вовсе не такие варвары, какими нас считают чужаки. Кое-кто из нас владеет пером так же искусно, как и другие боевым молотом. Покеда. Так. Ну что, пошли искать этого исследования. Скорее, сюда. Тут какой-то камешек интересный. Смотри, светится зелененький. Зелененький? Ну вот, какой-то прям вот камешек. Я прям из своей прошлой жизни бретонским спинным мозгом чую, что что-то тут не то. Это я его тропутал. Молодец. Этого тоже будешь купить? Давай покачаемся. О, мне дали опыта и от гильдии бойцов. Даже не знаю почему. А, вот, я теперь поняла. Надо применять те приемчики. Приемчики и применять надо, понимаешь ли. Да. О, Нерама, здорово. А, мой старый друг. Не мог устоять перед новым исследованием? На этот раз будь внимателен. Это место может оказаться куда опаснее. На него явно действуют гнусные некроманские чары. Я люблю некроманские чары. Я слышал, что ты здесь. Что здесь происходит? Помимо двимеров, Нирн таит и другие секреты, а Эйлейды вызывают у меня не меньше интереса. Мне нужно было увидеть это самое место самому. Однако самая досаждающая тайна заключается в том, в этих духах орков. Духах? Даже ты должен был заметить призрачные фигуры на полях. Вон, мелкий ребенок заметил. Это не просто призраки, обитающие здесь. Что-то вызвало их и привязало к этому месту. Думаю, ответ прост. Вернее, кроется он в этих катакомбах. Ну, в принципе, прост, да. Он скажет, что иди туда, да, и посмотрим. А может быть, нам стоит их изучить? Разумеется, тебе стоит это сделать. На вход наложены запирающие чары, но это ерунда. Я открою тебе дверь и подожду твоего возвращения. Мои изыскания лучше проводить в безопасности. Ну что, я готов. Ну да. Совсем как старые добрые времена, правда? Я очень рад, что у меня есть такой полезный союзник. Давай, открывай. Книжечка. Заметки Друзилы какой-то. Так, ладно, он сделал, я заметки почитаю. Глава семейства бросался проклятыми угрозами. Блин, я не могу, меня убивает. Читайте, я вас спасу. От чего вы? Меня спасаете. Так, глава семейства бросался проклятиями и угрозами. Никакой полезной информации. Умер во время допроса. Пожилой мужчина утверждал, что вождь Тазгол очень боится скорпионов. По-видимому, врал, чтобы прекратить мучения. Умер во время допроса. Старшая дочь быстро сломалась. Вселяла надежду. К сожалению, ничего не знала. Умерла после допроса. Старший сын покончил с собой еще до допроса. Все забрызгано кровью.
не забыть достать новые кандалы. А младший сын рассказал, что большим злом... Подожди, большим... А, под большим залом есть тайный проход. Возможно, ведет в библиотеку. Пока не будет проверена эта информация, следует держать пленника живым. Утреннее дополнение. История сына подтверждена. Угу. Не знаю, что это такое. Так, так, так. Во-первых, тут есть осколочек. Осколочек. Я заметила краем глаза. Идите сюда скорее. Подсвет. Тоже хочу повисеть в этих чарующих лучах. Нахрен он, правда, нужен? Так, небесная осколка. Ну осколок, как, три 2. Осколка тебе дают очко этого самого, как его? Ну, умений лишнее. Что, плохо, очко умений никогда не лишнее. Так, ну что, мы ресели, полезли. Только ну, подожди, кстати, что? Стой, 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 стой. Так, раз, два, три, четыре, пять, полезли, мы ресели. Я просто все время стрелялся. О, так мы уже давно тут с вами. Нет? Ходим-то, нет? Ясно. Кажется. Так, ну, так, в записках-то мы почитали про какой-то там ход, который ведет в библиотеку. Нужен он нам или нет? Поговорить с призраком нам надо. Вон он. Да, и все. Так, что можно... Так, полководец Таргот. Ты. Ты не из них. От тебя не исходит этой вони. Помоги нам. Освободи нас от этой пытки. И кто, блин, что здесь происходит? И я Таргот, полководец клана Каменных Волков. Культисты осквернили мою гробницу и тем самым оскорбили моих воинов. Во главе культистов стоит мерзкая жрица по имени Друзилла. Это она притягивает души в эту реальность. Друзилла, Друзилла, это жена Цезаря, что ли? Так, как? Как? При жизни я владел волшебным боевым рогом. Мои солдаты подчинялись ему, слыша его зов сквозь любые стены. Сейчас Друзилла с ее помощью вызывает моих воинов из могил, заставляя их покориться ее воле. Как остановить Друзиллу? Она в нижних залах, убей ее. Пока она не заставила моих солдат напасть на наших потомков, ее смерть освободит меня от оков. Тогда Рок сможет вернуть моему отряду заслуженный покой. Я найду ее. Друзилла была сестра Калигулы. А, о, я думаю, что-то какая-то знакомая вот эта Друзилла. Да-да-да-да-да, что в бочке? Какой бочке? Нафиг он мне нужен. Так, вот тут смотри, нижний зал открыть. А ты сюда не хочешь пока что, да? Вот я вот сюда хочу сначала зайти, посмотреть, что здесь. Ящики пусто, выросла капуста. Мешочек. Роза. Мешочек. Марисели. Грекоклисник. Так. Так, ну что это... тут у вас? Марисели, внутренняя часть есть, и Марисели. Ну нам, вообще-то он говорит туда идти. Чё, зачем нам во внутреннюю часть? Раз он говорит сюда... Ну, идем куда надо, да. Да, куда надо, туда и пошли. Нижний зал. Так, а что нам тут вообще надо? Добраться до нижнего... Убить он, сказал эту дурынду. Ага. Так, ну чё? Их тут двое, кого берем? Кого? Вот этого берем, вот этого вот красный у меня перед глазами. Я его сейчас обездвижу, а ты бей. Давай. Да блин, какая полка обыскать? О! Есть. Так, этого давай беру. Культи из кровавого шипа, да? Где, 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 где? Черт. Ух ты. Ух ты, а что-то с него ничего не выпало-то. У меня ни с кого ничего не выпало. А, вот тут мешочек есть. Лотос. Медведь любит меды. Так, что еще? Алхимическая бутылка. Здрасте. Ой. Это кто? А. Я только резать собралась его. Так, это сплошной виноград. Ладно, в общем... В принципе, тут с этим лутом я поняла, что уже бесполезно все.
Не, ну я сейчас вот, допустим, тут очень много этих всяких там водорослей и всякой хрени. И вот их, а их надо взять и тут же сразу это сожрать, блин, все. Оно и это самое. Тогда... Нет, они для готовки. Да? Да. Что это тут такое? Зара, я думал, я съем просто, узнаю их характеристики, блин. Нет, ты съедаешь и узнаешь характеристики, но на других штучках, которые растут, там всякие растущие травки, крылья бабочек. Ладно, и так пошли. Далее. То есть тут еще фиг поймешь, что еда, да что. Зря набрал, а что химия. Так, ну и чё? Так, вот. Там. Он уже там начал с ней воевать. Кто-то кого-то бьет, это она, да, судя по всему. Ну ты посмотри, какой там маг. Отдались друзилу нерву. Мы пошли одолевать. Что там ее одолевать-то, господи? Ну так это потому, что этот товарищ ее там уже. Вообще он ничего ей сделать даже не мог. Это мы его одолели. Так, боевой рог Таргота. Гони сюда мне его. Так, ну покажите, как тут все выглядит. Вот оно, пришел. Так. Я вижу, но тут еще вот есть меч, который лежит. Тут есть какие-то осколочки. Какой меч? Давай поговорим, потом будем лазить. А, давай. Полководец Таргот, давай, иди сюда. Ты освободил меня, но мои воины все еще молят о том, чтобы их муки закончились. А как культисты собираются поступить с твоим отрядом? Я слышал, как они упоминали о руинах, которые зовутся Гибель Корзога. Чтобы они не замышляли, они будут действовать там. Но это не моя забота. Теперь, когда рог у тебя, освободи моих воинов. Это как же интересно. Верни рог на его законное место, положи его на крышку моего гроба, что в следующем зале. Тогда мои воины вновь обретут покой. А что, если я оставлю рог себе? Тогда мои воины будут обречены на еще худшие страдания, и в этом будешь виноват ты. Несомненно, у тебя хватит совести не делать этого. Мы уже не принадлежим этому миру, наша война окончена. Позволь нам обрести покой. Ну хорошо, ладно. Слушай, а можно посмотреть на этот рог? Потому что я как-то его не взяла. Ну, то есть, поскольку мы с тобой... Во, смотри, здесь лежит внизу огненный посох гиперборийский. Вот, я его уже взял давным-давно. Ты уже взял его? Мне, что ли, его взять? А что еще тут есть? Так, не буду я никакую мяту брать, блин, нафиг мне не нужно. Коммуника. Так, просто посмотреть, что за рог. Если он у меня есть, может он действительно какой-то для задания. Боевой рог Таргота. Ну что, хороший? Как-то его нельзя приблизить, посмотреть. Он похож на коготь. Этот боевой рог принадлежит полководцу Таргота. Да. Не знаю. Так, слушай, ну что, вот это надо снабженца качать, я так понимаю, чтобы вот эту хрень-то всю сделать. Ну, с этих вот... Коммуни, корош, там вот это вот, из них что-то там делаешь и жрешь потом, но я что-то как-то не знаю. Ты из них делаешь просто продукты, да. Продукты, еду, жрачку. Так, ну что ты там с этим рогом, как ну, у тебя дела? Я же вот перед тобой. Боевой рог, ну я, ну все, я тоже посмотрел, рог Таргота, ну что, ну рог Таргота, ну, принадлежит полководцу. Куда в мой мешок полезло? Там были какие-то перчаточки. Вот мед. Мед это, по-моему, все-таки продукт. Так, какая-то книжка нечитабельная. Так, чё, гроб Таргота. Помещаем? Ну, давай. Твой выбор делает на честь защитник. Я чувствую, что души моих воинов обрели покой. Последуй за ними и я. Это как-то все просто. Мужайся, воин. Культисты все еще досаждают этому острову. Ты встретишься с ними снова, и им это не понравится. Еще бы им понравилось, конечно, нет. Гдынч. Вот он, ровно. Ты гдынч. А я нашла лук. Лук. Просто лук. Лук. Зинк. Да, просто лук. А я нашел кувалду, просто кувалду. Дзык. Да там полно всего. Я нашел меч, просто меч. Бдзык. Еще меч бдзык. Еще кувалду бдзык.
они простые, потому щит. Что... Щит, слушай, все можно обобрать. Ему да, только... ну можно, но они же, они стоят что-то, или они стоят... Сейчас пойдем в город, проверим. Вы, кстати, тогда можете взять и этот лотос, если что, можешь... Вот написано, что вроде он рубль лотос стоит. Лотос, просто... ты его можешь съесть. Вот если его можно съесть, значит, понятно, что ты... это... Не могу я его съесть. Как я думаю, может быть, а... ну, потому. Лотос? Роза там, мимоза, всякая такая фигня. А. Она для приготовления напитков, но, может быть, можно продать в городе, хоть за рубль, там, какому-нибудь такому торговцу, не оружейному. Пшеницу там, еще чего, не знаю. О, нашел я, знаешь что, голова средний редгардский доспех. Надо же, тут может тут встречаться все что угодно. Рыба, например. А ты уже ушел, что ли? Ну, я вниз просто спустился, я здесь мешки-то не обшаривал. О, слушай, а тут вимилакура какая-то стоит, тут теперь... Какая-то вимилакура? Ты где куда? Ты где-то ушел. Ну, я прям вообще вот рядом, где мы клали этот рог, да, тут же я и кручусь, мешки проверяю. Сама главдела ушла, а ты уже ушел. Ну я потому что думала, что ты ушел, поэтому и я ушла. Ты же мне не ответил потому, что на я вопрос. Думал, потому что я думал. Тут смотри, что только нету. Столько где? Барахла. Тут маленький столько, зал. Где ты тут что столько всего нашел? Водоросли. А, внизу. Ячмень. Горьколистник и всякая хрень. Все, больше не буду брать. Это рыбный клей нужно брать, по-моему. Вот щит. Ну наверняка же у этого самого можно продать. Все эти щиты, луков тут этих, до черта. У каждого на гробу лежат. Кстати, надо посмотреть, потому что у меня простой лук. Так это разве мы здесь? Лучничек. А-а-а. Ну-ка, подожди, говоришь, луки лежат. Ну, не лук, не только вот щиты, например, там. У кого-то меч, у кого-то лук. Ну, ты посмотри, он стоит... Вот тебе трудно заглянуть в инвентарь и сказать, он стоит что-нибудь или нет, этот лук и так далее. Не на лук? Меня напали, мне некогда. А, так на тебя, извини, меня напала эта мадам, которую... А там кто тебя пушит? Еще одна. Ботинки с нее упали. А что это ты какой-то невидимый? Ну, я такую колдовство, у меня такое есть. Так. А, так они вон, они стоят по углам здесь, пугают проезжающих, блин. Сказали, что они будут нападать. Так, давай пошли. Ты где? Я собираю то, что мне надо. То, что тебе надо, а что тебе надо? Луки. Только шоколада, только мармелада. Ты ж мне так и не сказал, их можно продать или нет. Некогда. О, добавлен навык стрельбы из лука. Отец Нибида, первый фрагмент. Вот это вот я книжку нашел у этой какой-то дурынды, которая на меня нападала. Да? Да, и мне добавили. Офигеть. А, нет, это я не нашел, это в книжной полке я нашел. А где книжная полка? А вот самый первый зал, который мы зашли, и там она читала, вот мы вторую ее убивали. Отец Нибина, первый фрагмент называется книжка. Ты вот сейчас это зашли, нашел? Как мы зашли, слева около шкафа стояла дурында читала. Вот где мы вторую убили, второго культиста. Ну то есть ты с культистки это снял или с полки? Нет, нет, в шкафу. Вот шкаф, вот залезь в шкаф и почитай. Да не в этот шкаф, а вот сюда ближе. Вот в этот? Да. Да, слушай, точно, спасибо. До 8 уровня. Это надо. Вот палка, много посохов. Навык столярное дело повышен до уровня 2. Следующий шкаф я залез.
А мне это ничего не повысило, я тоже его открывала. Опа, темная магия повышена до уровня 22, волшебство и некромантия. Вот видишь, теперь книжки стали, блин, приносить. Кто-то меня тут бьет. А, так повышает, видишь, что-то мне не повышает, потому как... что это такое, серум магика? Это зачем мне это надо? То есть не все книжки повышают гильдейские, именно книжки. Вот. Ну вот, и отлично. Ну а мне это не... У меня только лук повысился, все. Ну и хорошо. Остальные книги, значит, мне не повысили ничего. Значит, будешь умнеть постепенно. Какой ты вредный. Ну, Ингусенька, что я тебе могу сказать? Вредный ты. Ты противный и вредный в одном. Вот тебе за это. Что ты мне хотела сделать сейчас, я тебя устраиваю. Страшно. Так, пошли, нам надо выходить. Пошли, пошли, пошли. Я еще не все обыскала, но так уж и быть. Так, дрожжи пока обыщешь, я оставлю. Помрешь. Так, я не думаю, что нам не надо идти туда налево или куда, хотя вот это кто это здесь? Лакрука какая-то стоит. Ну сейчас начнешь с ними разговаривать. А, ой, не рама, давай. Ну мы поговорим. Же должны отчитаться за то, что мы... Да, с ним обязательно. Превосходная работа, как и ожидалось. Теперь, когда ты расчистил дорогу, я пойду осмотрюсь. Ну иди, до свидания. Там, на тебя еще хватит. Подожди, а вот эту монетку-то подбрасывает. Вами Лакруа. Ну давай поговорим с этой француженкой. Ну давай. Одни только пыльные книжки, да ржавое оружие. А я думала, от того, что я таскаюсь за Нерама, будет хоть какая-нибудь... прибыль. А, это он себе нашел еще одну. Ну, еще бы. За место этого Рандифела, или как его там звать-то, вот он и стоит. А не, это и плашана какая-то. Элаш. А куда он своего апологета-то дел? Ты сейчас Элашана что скажет? Отвратительные клыки со сверкающей, оскверняющей души умерших, надеюсь, нам попадется несколько, чтобы я могла самолично их прикончить. Так, все понятно. Так, это ясно. Ты кто? Ну и вот. А, вот Адрелион. Вот, да. Они все, короче, здесь, ну их нахрен, пошли. Никто не предупреждал, что в руинах полно привидений и некромантов. Я на это не подписывался. Подписывался. Выполнено. Покинуть, поговорить со Злакой. Вот. А Злака. Призраки исчезли, их доблестные души снова обрели покой. Но скорее расскажи мне, что ты нашла там внизу. Нам многое нужно обсудить. Я освободила духов, цель культиста — гибель Корзога. Гибели Корзога действительно увидели культистов. Их намерений никто не знает. Я помолюсь за этих благородных павших, а потом поговорю с вождем. Боюсь, мы сможем покончить с заговором кровавого шипа только вместе. Так, нам щит какой-то дали. И уровень, и уровень. Уря, уря. Опять уря. Вам уровни дают, а нам нет. Это им опять уровень дают, а нам не дают. Так, что мы возьмем? Ремесленный сундук продвинутого портного. Сумка продвинутого кожевника. Доспехи убийцы, предмет для так заклинания или доспехов воина и металлического оружия. Так, ну мы берем кожевника убийцу, естественно. Занаркоманил я что-то это, по-моему. Ты вот и там занаркоманил. А я подошел, тут Алейский колодец, написано было активировать. Я его активировал, и что-то сделалось такое прям. И у меня здоровье стало, блин, в два раза больше. Этот вот колодец. Да, нажми на кнопочку, нажми. А мне нет, тут ничего. А я, значит, себе все забрал. Какая же тут задница. Извините, конечно. Так, ну так что мы делаем-то? Так, побежали в город. Я с ним делюсь, я ему осколочки показываю. Ну, я что, я не знал, ты взял, нажал. Все, и нажал сам. Так, подожди, нам надо в город на эту. Где они тут торговали-то теперь? Пойди найди тут. Ну, в любом случае, в город нам надо разузнать о культистах в резных холмах, там неважно. Угу. Так, короче, вот эта дорожка, и по ней, значит, короче, бежим-бежим, потом налево. Ну, бежим, более бежим, того, бежим. Там три значка, они совсем рядышком, мы почему-то с вами в самый дальний побежали. Ой, тут что-то где-то...
кто-то куда-то ушел. Куда ушел? Куда? О, побежал? Василек, куда-то. Ты пропустил его. Он с ним. А вот тут еще что-то. Так, правильно бежим. Так, правильно мы бежим. Так, что-то. Так, сюда. Потом направо. Поймешь, где эта дорога расходится. Вот я этого не могу никак понять, блин. Вроде бежим по дороге, а нифига не ясно. А, это может типа раз такие и в городе оказались, да? А тот мост надо бежать. Ты что, вы бежите, нет? Ну, я собираю тут и джут, и руду, и васильки. Это же все надо. Кому? Когда крафтишь. Джут, васильки. Так, я на рыночную площадь центральную пришел. Сейчас я попробую тут кому-нибудь распродажу дать. Так, ты кто такая? Ты не забудь съесть то, что можно съесть. Имеется в виду узнать свойства в травках и так далее. Плотник, блин. Кстати, я там тоже что-то нашла. Сейчас. Ну-ка. Ну вот, это ж все стоит по нулям. Я тебя спрашивала, чего было таскать с собой этот дурацкий... молот и... разломать? Да и разломать тоже не получится, по-моему. Ну, это кузнеца. Да ладно. Так, сейчас. Сожрать. Так, Василек, мы знаем. Восстановление магии. А вот благословенный чертополох. Восстановление запаса сил. Вот так вот. А мед это для напитков. Имбирь тоже. И лотос тоже. Так, надо их продать. Нафиг не нужно. Предметов стиль бретонский. Так. Говоришь разломать, надо искать кузню, чтобы ломать. Где у них тут кузня? Повар не берет то, что нужно для приготовления. Вот это мне непонятно. Повар берет только готовое, по-моему. Так. Здесь лежат два учебника, которые явно тебе поднимут по зачарованию и по алхимии. Поскольку ты магию качаешь, наверняка они тебе нужны будут. Так, где кузнец? Где кузнец? Это у нас что тут? Это повар. Здесь что? Блин, так, ты кто? Ты нашел кузнеца? Нет. Нет уже. Рис, блин. Редис. То здесь их и нету. Алхимия. Зачарование это просто. Нифига не увеличивает мне. А, это банк. Блин, до свидания. Ну, тут еще одна площадь есть для торговли. Да? Ну, я на карте, по крайней мере, видел. Может быть, там. Так, Монар, секундочку. Hail, O Wayfarer. Плотник. I must admit, I am uneasy around so many orcs. Это плотник был. Так, ну вот же должен быть кузнец, по идее. Нет, это повар, черт бы тебя побрал.
где у вас кузнец? Сейчас. Вот открой. Открой фигню. Вот, если мы сейчас вот сюда вот бежим. Кладовая. Куда ты бежишь? Не-не, вот сюда выбежим. Сейчас, подожди, еще раз. А почему? Прям вот же она. А, торговец широкого профиля. Прям где-то тут стоит. Так мне не нужен торговец. Мне нужна мастерская. Чтобы разбирать предметы, как ты говоришь. Понимаешь, торговец не нужен. Так, ничего не хочет. Ну, пока я не знаю туда, где мастерская. Ничем не могу вам помочь. Ну, а ну, ты, я по кругу. Ты как собираешься разбирать? Вот мы сейчас... Ну, я собираюсь разбирать, но я не вижу, где. Я понимаю, что надо, конечно, это сделать. Столярный верстак. Потому что я нашла столярку, я нашла плотника. Значит, все это я тоже давно нашел. Нету здесь нигде. Значит, он где-то в другом месте будет. Такая, чтобы и одно, и другое тут было. А кузнеца не было. Ну, что за дурдом? Может, мозгов? Мозгов? Наверху тут нету. Ух ты, какие здесь апартаменты. У орков нету кузнеца. Это ну же вот, так бывает. Вот и я про то же. Прямо нонсенс какой-то. Может, мы чего-то очевидного не видим. Да, все, я вижу, где кузнец, Ингусь. Да? Да. Так, давай. Это нам надо, знаешь как? Я за тобой. Сюда. Чё это они его примостили куда-то? Ты так смешно шлепает питомец. О, тут опять какая-то сороконожка. Что в нем есть? Паучье яйцо. Далеко кузнец? Да, блин, он где-то вот здесь вот. Ух ты. Слышишь, стучит. Вот он. Обалдеть. Мы, по-моему, в какой-то другой город пришли. Не знаю, короче, вот. Так, ну давай посмотрим, можем ли мы тут что-нибудь разобрать. Деконструкция. Ну да, да, можно, кстати. Так. Добавить. Кстати, подходящие материалы, вот ты разбираешь, а подходящий материал пишешь, что не найдены. А, у железный слиток раз. Достался. Вот какие-то шансы ожидания оружия, что-то хер знает, что такое оружие, фигужие, исследование, фигедование, топор, шмопор. Так, все, отлезь отсюда. Элегантная кольчуга. Исследовать, блин.
Ее, наверное, разобрал нахрен, да? Да, если ты исследуешь, ты разбираешь. Она исследуется долго, что ли? А, вот 5 часов с 59 минут 45 секунд. Время, блин, пошло. Охренеть. Ну, пусть исследуется, а что делать? Ну, ты, у тебя исчезнет и предмет, и заклинание на нем. Все. Ну, она мне все равно не нужна. Да. Она там тяжелая же. Я тяжелая все равно не ношу. Так, Такатуш, Такатуш, иди сюда. Хочу тебе продать. Так, а почему я лук не смог разломать? Вот это мне непонятно. А лук не здесь. Лук надо на... Как он? На токарном, в общем, на каком-то другом надо лук убирать. Так, это что такое? И щит тоже. А вот щит я не знаю. Нет, щит, наверное, здесь. Так. Нет, это нам не надо. Почему же я не разобрал тогда? Как-то жалко все вот эти именные мечи разбирать, честно говоря. Прямо вот даже не знаю. Кираса. Это вот чья? Что мы выучим? Тренинг. Буду я разбирать, продать. Почему же он та не покупает? Вражина, так лучше. Ну вот. Продать. Ну за ноль. Так, дайте-ка я посмотрю на карте, где мы есть. А, ну вот где мы. Щит вперед, смотри-ка, щит вперед. Почем берет? Рай по 22 рубля. Ну, такой, который там достался нам от этого в награду. Не просто, что мы нашли. Тяжелые всякие сапоги берет. Кстати, может быть, его разобрать, этот щит? Зачем? А я уже продал. Конечно, я все это продаю, он не разбирается ни хрена. Максимальное здоровье. Защиту от предмета. Мужик, покеда. Освободились от дерьмеца, больше набирать не будем. Так, исследовать Гринфилд. Культисты, гибели Козрога, Мазрога. Так, ну что, ты закончила? В смысле? Попоем дальше. Так, ну я тебя нам, в принципе, знаю. В принципе, нам серию надо заканчивать. Да? Ну, давай. Так что ты давай со своими делами. Кузнечная жена Галеша, что она делает? А, еще одна корягу вынесла на сушу, я кузнец, жена сразу гола. Так что следи за языком, если я тебя, или я тебя вырву. Так, ну до свидания, я не буду с ней говорить вообще. Следи за языком. А все-таки Варварийскому каким-нибудь женам пристать. Да-да. Да-да. Давайте. Ну что ж, давайте прощаться с нашими многоуважаемыми зрителями и подписчиками. Так и хочет прильнуть. Да. Так хочет прильнуть, влезла прям в мою шкурку. Да, потому как никак, поиначе. Вот, нормально. Да. Вот. Да, спасибо всем тем, кто посмотрел. Встретимся, соответственно, нашему графику, который кому нужно известен, а кому кто не знает, могу сказать, что понедельник, среда, пятница с утра пораньше. Так что еще раз спасибо всем тем, кто посмотрел. До свидания и... И пока-пока-пока.